Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Мысли мужчины о вас сейчас». Итак, у нас три варианта. Первых три карты. Что между вами сейчас, на сегодняшний день? Информация, по которой вы можете понять, ваш ли это расклад. Итак, знакомы ли вы с этим человеком? Находитесь в общении или в отношениях? В каких отношениях вы находитесь? Что происходит между вами сейчас, на сегодняшний день? Какие нити судьбы объединяют ваши жизни? Итак, что мужчина думает о вас сейчас? Чем наполнены его мысли о вас? Так. Какая вы в его глазах? Какой женщиной он вас воспринимает? Как видит отношения между вами, вот для себя? Что, возможно, хотел бы изменить? И что для этого готов сделать? Эмоции мужчины по отношению к вам сейчас. Что он чувствует? По утрам, по вечерам, среди ночи, среди дня. Что у него на сердце, что у него на душе. Итак, глубина подсознания. Какие мысли не дают ему покоя? Какие мысли, так или иначе, как бы он их ни прогонял, они возвращаются. Какие мысли стучат, какие мысли не дают ему о вас забыть. Итак, мои дорогие, кому не хватает времени, ставьте, пожалуйста, на паузу, а мы начнем. Первый вариант, первых три карты, что между вами сейчас? Ой-ой-ой, ну что ж, девочки, вы его конкретно зацепили, этого мужчину. Потому что здесь идет момент, мне повезло, по колесу фортуны, эта женщина абсолютно особенная. Мысли о ней я из головы выбросить не могу. Какие-то планы строю, что-то я о ней думаю, да, и как-то, возможно, она, как понимаете, как лампочка, вот цок загорелась, понимаете, все. Все, уже ничего и потушить не может. Вот какое-то и мысли о вас, они точно так же. Вот раз, появились и все, и горит. И ничего ты с этим сделать не можешь. Этот мужчина может сейчас как-то немножечко, понимаете, скрывать свои чувства. Как-то еще он не очень смел в своих проявлениях. Но вообще-то считает, что вы его золотой билет. Эта женщина конкретно этого мужчину зацепила. И здесь я бы сказала, характером, своим какой-то изюминкой, каким-то своим норовом, возможно. Но этот мужчина, он действительно об этой женщине очень много думает. Очень вы его, я даже не скажу, привлекаете. Вы просто не выходите у него из головы. Очень здесь женщина нравится мужчине. Ну давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим, что между вами сейчас происходит. Что происходит? Не так все просто. Не так все просто. Вы желанная женщина, вы женщина-мечта. И как же вами овладеть? Как же вас захватить? Ну да, очень сильное притяжение здесь у мужчины. И вы знаете, как-то он хотел бы эти отношения, вот какую-то связь между вами, из каких-то разговоров, понимаете, перетянуть вот в такие прям отношения-отношения. Вообще-то я вам скажу, что эта женщина вот действительно зацепила. Вот это в прямом смысле этого слова. Эта женщина, ну, нравитесь вы очень этому человеку, очень нравитесь. Есть некий момент отдаленности, то есть, возможно, вы находитесь в каком-то общении, очень может быть, что вы не очень часто встречаетесь,
Может вы пройти такой момент, что вы находитесь в какой-то переписке, но вот как некая отдаленность, то есть я как-то ухватить ее, да, затянуть ее в свои сети, я как-то все же не могу. Эта женщина, она имеет вот такую силу свободы, то есть она как независимая, знаете, как вот такая вот, ну, птица, как жар-птица эта женщина. Ему просто перехватывает дух. Очень вы ему нравитесь как женщина, как сексуальная женщина. Так вы понимаете, это даже не вот внешность, да, я бы сказала здесь, что здесь мужчине нравится ваша внешность. Но здесь мне прямо идет такой момент в некой вашей энергии, да, и такой момент вашего характера. Вот здесь женщина не просто, она как-то такую ситуацию создала, когда она вот только мысли и о ней, вот понимаете, вот просто она не выходит из головы. Вот возможно это такой момент, вот знаете, как игра какая-то, вот затеянная этой женщиной, и оно очень хорошо работает. Как бы вот если ты сделаешь это, да, ты получишь вот это. Если ты проявишься вот как-то, да, ты получишь что-то большее. Ну вот это вот какая-то вот игра кнута и пряника, понимаете? И это вот очень этого мужчину вот как-то захватывает. То есть вы вьюнкая, знаете, такая рыбка, которая может в любой момент вы ускользнуть. И ему как желание удержать ваше внимание, вас. И это прямо идет такой момент какой-то интриги между людьми. Ну что происходит здесь, покажи. Ну вот старший аркан влюбленный. Вот сильная влюбленность у этого мужчины. Сильные чувства, я бы даже так сказала. Но здесь прям такое притяжение. И вот, ну просто вот как не было этой женщины, раз и вспыхнул свет. И все. Она появилась, все. Уже мысли все о ней. Очень много каких-то мечтаний об этой женщине. Какие-то планы я строю. И я ведь не хочу показать, что она мне так нравится. Да? Где-то я ведь и за маской прячусь. Где-то я и своих чувств где-то и не хочу показать, что она настолько мной желанна. А здесь действительно желанна. Такое вот желание прям ухватить эту женщину, прижать к себе. Да, моя. И вы знаете, вот такая какая-то свобода в этой женщине, что она не то что вырывается, но ее нужно в себя влюбить. Вот почему-то вот такое, да. И вот страстное желание этого мужчины, чтобы эта женщина его любила. Потому что сейчас она вот как, знаете, как кошка, как вот рыбка, которая вот, ну просто, да, вот куда хочу, туда иду. Вот и ты мне не указ. Ну вот какая-то вот личностная свобода женщины здесь чувствуется. И эта вот личностная свобода, она, ну, очень нравится этому мужчине. Потому что эта женщина как по воле своего сердца действует. Вот ее не купишь, ее ничем не заманишь, да. Она действует по зову своего сердца. И если она тебя принимает, это некое признание со стороны этой женщины. Принимает твои ухаживания, да, твою любовь. Это некое признание этой женщины, что ты классный, да, ты мне нужен. Ты лучший, потому что эта женщина выбирает самого лучшего. Вот так вот. Но здесь есть чувства. Здесь есть чувства, и сейчас, возможно, происходит вот такой накал. Не имеет значения, вы в отношениях, возможно, с этим человеком. Возможно, это некое начало, да, то есть некое знакомство. Возможно, где-то и расстояние какое-то проходит, да. Возможно, эти люди не очень часто видятся. Или сейчас какой-то момент, да, такого вот скучания, и как бы я хочу ее ухватить, эту женщину, да. Но здесь есть такой момент страсти. Страсти такой, знаете, спрятанной, возможно, где-то. Да? Вот я не хочу показать ей все, вот то, что происходит во мне, да, весь вот этот бурлящий океан. Но мысли о вас, они не покидают. Вот какой-то ваш взгляд, да, возможно, некий ваш последний разговор. Вот у него не выходит из головы некий ваш последний разговор. Почему-то он его прям всколыхнул, встряхнул этого мужчину. Вы такая интересная, почему-то вот какая-то интрига, да, у него. Как бы ее ухватить, эту женщину. Ну вот интересно, давайте будем смотреть дальше. Итак, что он думает о вас сейчас? Что думает о вас этот мужчина сейчас? Так,
знаете, какой-то план действий, составляю план действий. Этот мужчина действительно желает проявиться, желает прийти, появиться перед вами. Где-то он тоскует, да, вот мысли о вас его не отпускают, он тоскует, он хотел бы с вами отношений, это точно, есть у него чувства. Если, возможно, знаете, здесь идет такой момент, как я что-то планирую на пути к этой женщине, потому что я как бы одинок без нее, я скучаю по ней, куда бы я ни шел, все равно я думаю о ней, так или иначе я иду в ее сторону. Но здесь любовь, девочки, здесь любовь, здесь страсти, здесь огонь, здесь какие-то скучания мужчины могут проходить. И очень такое притяжение, это сексуальное притяжение, это такое желание мужчины, да, моя-моя такая жадность, моя-моя любовь, моя-моя женщина, никому не отдам, никому не позволю, да, только для меня, только моя, самая лучшая. Здесь идет такая жадность этой женщины, а почему? Потому что она как ускользает, да? Она как-то своими делами занята, своей какой-то интересной жизнью она занята. Она как-то имеет всегда о чем с тобой поговорить. Она такая интересная. И в то же время вот мне прям идет какой-то у вас последний разговор. Он как-то его заинтриговал, этот разговор, да? Но этот мужчина желает отношений. Это здесь однозначно идет момент таких, знаете, желаний со стороны этого мужчины. Желание проводить вместе время, один на один. Возможно, этот мужчина планирует какой-то общий отдых с вами, да? Как там провести с вами побольше времени. Но вообще-то он мечтает о большем, девочки. Я вам скажу честно. Соскучился, стосковался и мечтает о большем, да, чтобы любовь, чтобы только для меня, чтобы один на один остаться с вами, и чтобы время было не ограничено, чтобы вот, ну вот в полной мере насладиться вами как женщиной. Ну вот такие страстные мысли у этого мужчины. Ну да, вы прям такая яркая и такая классная, и вообще моя жизнь заиграла иными красками, и какие-то интересы, и какие-то притяжения, и вообще эта женщина создает настроение в моей жизни, да, вот она как-то создает такой приплив энергии у этого мужчины, такой приплив, вообще прилив, да, вот, это, вот этой такой энергии, вообще по отношению к этой женщине, вообще в жизни, да, то есть вы создаете некий образ погоду, да, для этого мужчины, то есть если между вами все хорошо, и вы очень с ним милы, и красиво ему улыбаетесь, вот и все остальное ерунда, да, и проблемы какие-то на работе, это такая суета, и все это пройдет, и все это решится, да, какие-то дела. А вот если вы где-то на него в обиде, или вы капризничаете, или где-то начинаете отдаляться от него, ну все. Вот тогда вот такое ощущение, что весь мир на меня взвалился, да? И мне так тяжело. А почему? Потому что так или иначе этот мужчина думает только о вас. Так или иначе, косвенно или напрямую этот мужчина, как лампочка, понимаете, включаются мысли о вас, и вот это какое-то повреждение в сети, то есть оно неуправляемое, то есть эта лампочка, когда и вздумалась, тогда она и зажглась, вот так и мысли о вас, вот когда неожиданно, да, вот занимается какими-то делами, желал бы отвлечься и о вас не думать уже, да, а она раз и вспыхивает мысли о вас, и одна за другую цепляется, и все, и уже сидит, и полная голова мыслей. Все. Уже вырвать их не может. Но я вам скажу, есть некое предвкушение почему-то. Предвкушение встречи вашей, возможно. Да? Вот какое-то предвкушение, что я останусь с этой женщиной, да? И вот все ее внимание, оно будет только для меня. Вот и желание вот этого, вот этой такой встречи, вот этого вот такого состояния. Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Как какая эта женщина в твоих глазах вообще? Ну, точно я вижу, что женщина очень яркая. Просто настоящий огонь. Огонь.
И это вот просто темперамент, характер этой женщины. Ну и внешность, безусловно, я вижу, что вы его очень притягиваете. Но вы ему очень-очень нравитесь. И вот опять, мне повезло, вообще повезло, хочу счастья, хочу отношений с этой женщиной. Вы знаете, что здесь, возможно, кто-то смотрит и на своего очень стабильного партнера. Но вот как-то вы умеете удержать его внимание, вы умеете создать интригу между вами. Я вижу, что в интимном плане этот мужчина, ну, имеет, ну, колоссальный интерес к этой женщине. То есть, сколько бы ни было, да, эта женщина, со мной мне все равно мало. Вы для него идеальная партнерша. Вы ему очень нравитесь, этому мужчине. Вне зависимости в отношениях вы или это начало на это вот такое притяжение, да, и желание счастья с этой женщиной. И что бы ни было, да, какой бы ни была ситуация, будь то расстояние или еще что-нибудь, я стремлюсь к этой женщине, я все преодолею, лишь бы быть с ней. Потому что с ним рядом счастье. Им вообще мне вообще повезло быть в каком-либо контакте с этой женщиной. Она мне очень нравится. Ну, покажи нам еще. Да, ну, она вот такая. Ну, очень, знаете. Она вырывает сердце. Она рвет душу, знаете, такая сердцеедка. И где-то этот мужчина и ревнует вас. Где-то он вас и, знаете, хотел бы заключить в объятиях только моя, и больше никому и никогда эта женщина не будет принадлежать. Только мне, только для меня. Только с ней я и хочу быть. И где-то, знаете, этот мужчина желает перемены, потому что, возможно, на сегодняшний день, да, для кого-то может пройти какая-то ситуация, возможно, да, которую нужно преодолеть. То есть не все так просто, не все так легко. Но тем не менее, этот мужчина ревнует, и он вот, ну, всячески опасается, чтобы любой мужчина, кто бы то ни был, подошел вот к вам. То есть, чтобы для любого другого мужчины, чтобы путь был закрыт. Чтобы путь был закрыт. Да? А я вот к своей женщине буду тянуться, да? Ну, потому что по правосудию, вы знаете, эта женщина достойна, чтобы тянуться, чтобы где-то какие-то и капризы исполнять, где-то идти на какой-то компромисс. И, вы знаете, почему-то идет такой момент, что я просто хочу ее внимания. Я хочу находиться рядом, я хочу слышать, что она говорит. Я хочу видеть ее, да. Вот какое-то вот такое желание женщины, в прямом смысле этого слова. И желание не только, знаете, каких-то интимных отношений, а именно женщины как таковой рядом. Желание, чтобы эта женщина была рядом со мной. Вот он видит, что он с вами смог бы быть счастливым, смог бы вот этот огонь, который есть сейчас, он понимает, что, ну, это все очень серьезно. Это все далеко не что-то мимолетное. Я бы даже сказала, что такого вот не было ни с кем, только с вами. Вот такой выр каких-то эмоций у этого мужчины, он вот только по отношению к вам. И здесь вот идет еще такой момент, да, что я где-то вот свою страсть, да, свои эти желания, я не очень таки показываю, да, то есть я строю какие-то планы, я как-то хочу ее удивить, я хочу ее, чтобы она была моя, вот так вот. Ну, вы знаете, и возможно, создать какую-то ситуацию, чтобы эта женщина всегда, всегда выбирала меня. То есть я не могу ее как-то закрыть в доме, да, там, или еще что-нибудь в этом роде, то есть как-то ее поработить, да, но я хочу, чтобы эта женщина выбирала всегда меня, я хочу быть лучшим, я хочу именно быть именно тем мужчиной, которого выбирает эта женщина. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Твои эмоции по отношению к этой женщине сейчас. Ой, очень сильное притяжение. Просто сдаюсь в плен без боя, да, вот три старших аркана. Его эмоции, они зашкаливают сейчас, очень много эмоций, они его переполняют, они просто, знаете, как-то
накрывает даже где-то этого мужчину. Вы, ну, нравитесь ему. Ну, я просто ничего не могу здесь добавить, потому что нравится женщина. Есть притяжение, есть влечение, да, к этой женщине. И вот какая-то интрига. Он вас воспринимает сильной женщиной, характерной, харизматичной, не простой, знаете, вот такой... с перцем, возможно, где-то, но вот весь этот бурлящий океан ваших внутренних эмоций ему очень нравится. Проявления ваши, ваши разговоры, ваши изъяснения, ваше поведение, да, вот ему очень нравится. И сейчас я вижу, да, что вот это такое желание, даже я бы сказала, обнимать, прижимать, да, где-то наслаждаться этой женщиной. Вот прям такая какая-то скука где-то, да, такое желание прям мое-мое. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, какая мысль не дает тебе покоя? Какая мысль? Ой, боже ж мой, мне так без нее тяжело. Она прям вырывает сердце, она меня тревожит, она меня волнует. Эта женщина-стихия, она как-то ворвалась в мою жизнь, все меняет на свой лад. И я понимаю, что мне это нравится, что я этого хочу. Что я к этому тянусь, что я к этому стремлюсь. Потому что без этой женщины, ну вот жить просто невозможно. Это какое-то просто, знаете, прямое поражение. Вы очень нравитесь этому человеку. Прям вот такое восхищение, желание, да, вот она такая таинственная. И что она решит, нужен ли я ей, да, буду ли я... Вот подарит ли эта женщина мне счастье, или вот все-таки я где-то... проиграю кому-то, да? Вот как-то так. Но мысли о вас действительно не дают покоя. Вот опять, знаете, вот старшие арканы, весь расклад идут старшие арканы. Мужчина переполнен эмоциями сейчас. Итак, на этом все. Первый расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Если вас интересует, будет ли действовать мужчина, точно будет. И будет проявляться очень... даже красиво, потому что он строит какой-то план, чтобы войти с вами в старший аркан влюбленные, знаете, чтобы создать какую-то ситуацию, чтобы вы выбирали его, то есть быть в ваших глазах самым лучшим. Итак, второй вариант. Если вы слышите в начале расклада, что информация о вас вам интересна, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, что между этими людьми? Ну, что я вам скажу? Здесь счастье, за которое люди борются. То есть здесь мужчина, я бы даже так сказала, охраняет свое счастье и желает, чтобы оно возрастало, чтобы оно имело рост и развитие. И здесь есть отношения, здесь очень даже гармоничные отношения, прекрасные отношения. Да, здесь может пройти такой момент, что есть отношения или начало, потому что это как бы мечта, да, я мечтаю о большем, я мечтаю о десятке кубков с этой женщиной, я ищу дорогу, я ищу правильное направление, я что-то делаю, да, дабы был рост этим отношениям, дабы было развитие этим отношениям, потому что у меня большие планы. Но я вам скажу, что, конечно, здесь... женщина не просто заинтересована, она действительно является вот такой музой для этого мужчины. То есть он знает, для чего он старается. Он имеет некое подтверждение, да, он уверен в чувствах женщины, в интересе женщины к себе. Давайте посмотрим дальше. Итак, что между вами сейчас? Что между вами? Угу. Вы знаете, мир, вот какая-то ситуация в жизни, работе, какие-то суета, проблемы, здесь это все присутствует. И что будет дальше, да, задается такой вопрос, потому что хотелось бы как лучше, но ситуация какая-то может быть не очень так и простая. На сегодняшний день, да, что-то где-то и не получается, где-то уже и сложновато, да. Но я вижу, что вы некий момент, который привносит равновесие в жизнь этого человека. То есть у него такое впечатление, что без вас вот все вообще рассыпется. То есть вот эти надежды на прекрасное будущее с вами,
что вот это вот некий уголок прекрасного, где обитаете вы, да, вот это и как-то держит некое равновесие в жизни этого человека. Потому что сейчас вот идет некий момент, как поиск, поиск выхода из некой ситуации, как оно будет неизвестно, получится или разрушится, да. Нужны перемены, я этих перемен желаю, да. Но вот какой-то путь к этим переменам, он непростой. Да, вы любимая женщина. Да, женщина любимая по судьбе. И она достойна лучшего. Вы понимаете, вот что я вам хочу сказать? Что этот мужчина думает, что эта женщина достойна самого лучшего. Да, этот мужчина много думает о вас сейчас. Он желает изменить ситуацию, потому что ему как вас не хватает. Да, не хватает любви, не хватает нежности. Каких-то очень простых моментов. Ну, может пройти такая ситуация, что вы на расстоянии с этим человеком, да, и очень много каких-то планов прекрасных строит этот мужчина, много у него надежд на воссоединение, да, вот, возможно, с вами, на воссоединение. Вы можете быть как и на расстоянии сейчас с этим человеком, можете быть в отношениях, но на расстоянии в силу каких-то причин. А можете вы быть, как бы и контактируете вы, но здесь почему-то идет момент, я хочу вас воссоединение, то есть или жить вместе, да, или как-то общий быт, ну вот как-то быть вместе все время, да, желание объединиться, желание объединить миры. А здесь вот и начинается вот какая-то вот такая ситуация, возможно, она именно в материальном плане, потому что я вижу, что что-то, какие-то планы мужчины, возможно, он как желает что-то построить, что-то выстроить, оно как хрупкое, да, нужно много приложить усилий. Да, и сейчас ограничения, сейчас вот какой-то вот такой момент. Этот мужчина работает на общее будущее с этой женщиной. Он желает воссоединиться с этой женщиной. И ситуация может быть очень разная. То есть вы, возможно, сейчас в разных городах или в разных странах, или, возможно, какая-то ситуация жизненная вас как-то отдалила. А, возможно, вы и общаетесь, и встречаетесь, да, но этот мужчина желает воссоединения в полной мере, то есть чтобы быть вместе. А здесь идет момент неких ограничений, то есть что-то не получается, что-то не пускает. Какой-то момент есть, да. И сейчас, возможно, много переписки, много каких-то звонков, связь по интернету здесь очень может быть. Но он вам пара, понимаете, и вы о нем думаете, и он о вас думает. И здесь люди вышли король, королева кубков, то есть здесь очень-очень может быть, что прям такая уже крепкая пара. Но некая ситуация, так или иначе, сейчас создает некие препятствия, что эти люди как бы не могут быть в полной мере, да, вместе. А мужчина как бы над этим работает, он ищет какого-то пути, он ищет какого-то варианта, дабы объединиться с вами. Ну, давайте посмотрим дальше. Итак, что ты думаешь об этой женщине сейчас? Ой, держу я к ней дорогу, думает об этом, о вас мужчина очень много, и вы так прекрасны, и вы такая манящая, и соскучится страшно этот мужчина. Ну, девочки, второй вариант, это все-таки идет момент некого расстояния, да, между людьми, и какие-то воспоминания, какие-то прекрасные моменты этот мужчина вспоминает, прям ностальгирует. И желает он к вам приехать, желает он преодолеть те трудности, которые у него сейчас есть, и желает как-то вернуться, но вернуться уже в некое обновленное будущее, там, где мы что-то строим уже вместе, да, где на берег мы уже выйдем вместе, то есть на некое объединение, думает мужчина.
И я вам скажу, вы прекрасная женщина для него. Такая нежная, такая милая, да. Моя самая лучшая, самая яркая, самая прекрасная женщина. Идет момент вот такой тоски, да, вот как сердце прям рвется у этого мужчины. Желает он как-то прикоснуться к вам, быть рядом, обнимать вас. Это невозможно, знаете, как-то словами передать. Потому я вам скажу, если у вас такое общение, возможно, это соцсети, телефон или еще как-нибудь, то это невозможно передать вот словами. Вот просто, знаете, такое желание где-то преклонить голову на колени этой женщине, да, вот там покой, вот там в объятиях этой женщины такое наслаждение, такая радость. Почему это скучание, да, вот такая тоска у мужчины все-таки по этой женщине. Скучаю, вспоминаю, думаю о ней. Думаю, но и что-то я делаю, да, то есть я нахожусь в неком движении, я нахожусь в неком моменте решения той или иной ситуации, дабы все-таки перейти этот мост и войти в новое, обновленное, прекрасное будущее с ней уже, да, с этой женщиной. Ну, давайте посмотрим еще. Итак, что ты думаешь об этой женщине сейчас? Что ты о ней думаешь? Хочу что-то изменить. Где-то даже и, знаете, как-то настроен так. Он думает о вас, как и об императрице, своей женщине, ради которой можно, знаете, пойти на многое. Ну да, тоскую, вот моя, да, моя любимая, моя самая лучшая, все для нее, все для нашего общего некого будущего, да, и есть момент, я не знаю, что меня ждет дальше, да, я не знаю, как распорядится судьба и что меня ждет, но точно, что я хочу, это быть с ней, и точно, что я знаю, что я люблю эту женщину, то есть очень много неизвестного. Очень много каких-то моментов, которые решаются сейчас, и как оно получится в конечном итоге, непонятно. Но единственное, что я знаю, что я эту женщину люблю, и единственное, чего я хочу, чтобы она все-таки была в моей жизни. Да? Пусть меняются декорации вокруг нас, но эта женщина должна быть в моей жизни. Идет некий момент, что так как сейчас ему не нравится, да, то есть он хотел бы вырваться из некой ситуации и найти вот этот правильный путь, и все же, да, изменить что-то, изменить. Знаете, где-то он устал, конечно, какая-то усталость в нем чувствуется, но вы как муза для него, вы как женщина, ради которой можно многое пройти, да, многое можно стерпеть где-то, на многое можно отважиться, дабы пришли некие улучшения в отношения, да, да, потому что я знаю, что в конце концов я это делаю для женщины, которая меня любит, да, и я получу в 100 крат больше энергии, я получу в 100 крат больше радости, когда я буду рядом с ней, да, то есть я делаю это для общего будущего с ней. Этот мужчина, возможно, сейчас на расстоянии, возможно, какие-то моменты рабочие, да, какие-то, какая-то ситуация в жизни, да, но почему-то мне идет как тоска об этой женщине и желание воссоединиться с ней, то есть этот человек, возможно, сейчас не рядом, возможно, не так часто вы можете видеться, возможно, не так часто вы можете и перезваниваться. То есть некие ограничения, и где-то этот мужчина устал, да, но он знает, что для чего он это все делает, да. Если он где-то на работе, далеко, то он понимает, что я приду, я чем-то порадую, я привезу как некое обновление, да, вот как-то изменить декорации, изменить что-то в доме, улучшить какие-то, возможно, условия и быть вместе с этой женщиной счастливым. То есть я многое готов сделать, дабы эта женщина была счастлива. Да, я многое готов сделать ради счастья этой женщине, потому что это счастье, оно как вдвойне возвращается мне. То есть эта женщина делает меня намного счастливее. Без нее это все, возможно, как бы и не имеет смысла. И мне нужно как самому намного меньше, да. Но ради того, чтобы эта женщина была счастливой и делала счастливым меня, я готов на многое.
Давайте посмотрим дальше. Итак, что он думает о вас и о ваших отношениях сейчас? Ну что, девчонки, конечно, я бы сказала так. Этот мужчина желает убрать некий момент, который мешает ему быть с вами. Будь это кто-то или что-то. То есть какую-то ситуацию перешагнуть все же. Этот мужчина влюблен, влюблен по десятке пентаклей. То есть он не просто влюблен, это чувство, да, это такая тучка, которая накрывает его, да, а все-таки по десятке пентаклей это некая реальность, приземленность, заземленность. То есть я хочу некой реальной жизни в любви, в гармонии с этой женщиной. Вы для него важны, вы для него женщина для будущего. Для вас он как бы желает поделиться с вами своим успехом. И этот мужчина любит эту женщину, это точно. Вы прям радость в его жизни. Есть какая-то вот сейчас ситуация, да, которая вот прям... Ну, ее нужно перешагнуть, иначе никак. То есть некие усилия действительно нужны. Для кого-то это может пройти какое-то решение, прям такое, знаете, важное, которое нужно принять. Да, нужно принять, дабы быть счастливым. Девочки, ну посмотрите, старший аркан влюбленный, десятка пентаклей и туз пентаклей. То есть я все сделаю, дабы быть счастливым вместе с этой женщиной в десятке пентаклей, в общем неком доме. Но этот мужчина желает некого воссоединения с вами. Он видит в вас ту женщину, с которой я хочу быть, с которой я хочу жить, с которой я хочу строить свое будущее. Да, и с которой я хочу роста и развития, с которой вместе я хочу что-то планировать, понимаете, строить какие-то планы на будущее и воплощать эти планы в жизни. И да, планы какие-то на эти выходные и планы через 10 лет, понимаете, то есть это желание таких даже длительных планов. Он видит это будущее с вами, он желает этого будущего с вами. И где-то, возможно, сейчас думает, да, я хотел бы с этой женщиной в воскресенье поутру, да, где-то обнимая эту женщину, мечтать о чем-то далеком, да, возможно, что будет через 10 лет, какими мы будем, какой будет наша жизнь. Желание быть с этой женщиной долго и мечтать о будущем вместе. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Итак, эмоции этого мужчины по отношению к вам. Ну что ж, ну да, да, тоскую. Да, она моя мечта. Я где-то, возможно, далеко, и эта женщина, да, возможно, далеко от меня, или какая-то вот такая ситуация, но все же, эта женщина моя мечта, она такая одна во всем мире. И я хочу с ней отношения, эта женщина для меня. Где бы она ни была, да, даже если на другой стороне планеты, эта женщина моя мечта, только о ней мечтаю, только с ней хочу отношений. Ну, давайте посмотрим еще твои эмоции по отношению к этой женщине. Эмоции. Ну, я хочу быть королем земли, я хочу многое этой женщине предложить. Стабильность. И мои эмоции, да, я даже их как бы заглянуть, да, хоть на секунду, хоть на минутку, что она делает, да, что происходит сейчас в ее жизни. Вот, возможно, он на расстоянии, и у него есть такие мысли. Что сейчас, да, чем сейчас занята моя прекрасная женщина? Ой, девочки, ну, здесь, конечно, вот... В Монаре единица воды – это очень сильные эмоции. Это сильное вот такое притяжение к этой женщине. Это моя любовь, вот одна на всем земном шаре. Да? Только эта женщина мне нужна, и многое я готов ей предложить. Да? И она мой какой-то соблазн, и она моя печаль, и она моя радость, эта женщина. И где-то я очень хочу проявиться к этой женщине. Возможно, некая ситуация, вот как болото, знаете, вот тяжело ее пройти, но эта женщина, это... Мое вдохновение, это моя мечта, это моя реальность, это моя женщина, моя любимая женщина. Ну, давайте посмотрим дальше. Какие мысли не дают ему покоя?
Давайте посмотрим. Ну, двоечка кубков. Люблю, люблю эту женщину. И король кубков. И мысли о ней, какую-то дорогу держу в мыслях о ней. То есть, или сделать что-то. И вот как черчу некий маршрут, да, к этой женщине. Люблю эту женщину. Очень люблю. Хочу поймать некий счастливый момент. И оставить его для себя вот навсегда. Вот и здесь у нас проходил такой момент, да, что этот мужчина вспоминает что-то, думает, да, о чем-то, мечтает о чем-то. И вот здесь идет такой момент, я хочу поймать как звезду, да, вот некий момент счастья с этой женщиной и остаться вот в этом счастье навсегда. Очень этот мужчина действительно, по второму варианту, он думает о своей любви, он строит какие-то планы, он черчит некий маршрут своей жизни, а вы его путеводная звезда, а вы его маяк, который показывает направление и даже в самую глубокую темень является надеждой для этого мужчины. Вот такой вот у нас второй расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада, а мы будем продолжать. Итак, третий вариант. Если вы слышите, что информация о вас резонирует с вами, смотрим. Нет? Выбирайте, пожалуйста, другой вариант или другое видео. Итак, что между вами сейчас? Так, наблюдает за вами мужчина в каких-то размышлениях, в конфликте сам с собой. Интересно, интересно. Как мне поступить? Что мне делать? Но я вам хочу сказать, что несмотря на то, что этот мужчина как-то сейчас в стороне находится, у него есть к вам эмоции. И как бы приоткрыто окошечко, то есть возможность некая у него есть действовать в вашу сторону. Ну давайте посмотрим еще, что между вами сейчас. Недоволен я той ситуацией, что между нами сейчас. То есть я недоволен так, как сейчас, не хочу. Где-то наблюдаю за этой женщиной. И вроде бы некие возможности есть у меня, но я в каких-то раздумьях, как мне поступить. А дело в том, что у него не так много времени. То есть некое время его, оно истекает. Что-то как заканчивается его время, да, каких-то размышлений. А он в каком-то конфликте находится. Ну, покажи, что между вами сейчас. Этот мужчина желает вернуться к вам, да? Желает он вернуться победителем. Желает он воссоединиться с вами, да? В очень сбалансированных отношениях. И мечтать с вами вместе о будущем. Быть для вас императором. Потому что сейчас он отшельник. Потому что сейчас ему очень плохо без вас. А что между вами? Между вами какой-то конфликт произошел? Я думаю о ней все время, да? Наблюдаю за ней, так как сейчас мне нравится. Эмоции меня переполняют. Но как мне поступить? Вы в конфликте с этим мужчиной? Он почему-то, знаете, что... Чувства у меня и к ней есть, но почему-то я как сам в своей паутине запутался и бездействую. Ой, девочки, сломал он свой меч где-то. Я вам скажу так, этот мужчина почему-то как-то как бы отстранился, да, какой-то конфликт, возможно, между вами произошел, и этот мужчина как-то отстранился. Он вот сейчас прям, он хочет быть вашим императором, хочет быть, знаете, как бы лучше всех и на самой вершине. Но сейчас по факту он отшельник. Он как-то сам при своем интересе, да, в мыслях своих каких-то витает. Он думает о вас очень много. И думает он как бы затянуть вас в паутину старшего аркана, влюбленный. То есть в свою любовь, да, вы как бы втянуть вас в отношения, возможно. Но он как бы бездействует сейчас. Возможно, действительно какой-то конфликт между вами произошел.
И какая-то вот наступила тишина. И да, этот мужчина задумывается, может ли он быть вашим императором, может ли он одержать где-то здесь победу, возможно ли некое воссоединение, потому что вы сейчас как разные планеты, то есть где-то вы, возможно, и отдалились от него, но какие-то замыслы он строит, что-то он думает, как бы вас привлечь, да, как вам написать. Как действовать в вашу сторону, чтобы вы вот впустили его в свою жизнь, чтобы вы его где-то держали, чтобы вы им дорожили. Понимаете? А вы как бы не очень вы так, знаете, эту клетку закрываете. Желаешь, да, проявляйся, не желаешь, ну, не желаешь, значит, не желаешь. То есть какого-то рвения хватать и держать этого мужчины нету. А где-то он, возможно, на это рассчитывал, да, и у него такое впечатление, что как время и утекает, да, какие-то возможности я теряю. Что-то как-то ему не получилось. Где-то он какой-то план строил насчет вас, да, насчет любви, отношений с вами. И вот оно как-то вот повернулось, возможно, другой стороной. Но сейчас этот мужчина может молчать. Угу. Ну вот почему-то сказать, что прям конфликт. Я вот все идет, знаете, как. Давайте соберем и спросим еще раз. Конфликт и как мне поступить, да? Вот я вам скажу, этот мужчина не намерен как-то терять вас, да? Но он как бы выжидает, но то, чего он ждет, не происходит. Возможно, ждет этот мужчина, что вы ему хоть строчку напишете, что вы хоть ему хоть какую-то там бабочку отправите, да, хоть какой-то там смайлик, а вы вот так вот, знаете, как на принципе, то есть некая дорога закрыта между вами, а он в ожидании некого прояснения, что происходит. Ой, девочки, а почему ты молчишь, да? Вот что ты в отшельнике сидишь, о чем ты думаешь? Вот мечтаю о прекрасном будущем с этой женщиной. А почему молчу, чувствую угрозу? А нужен ли я ей вообще? Вот мысли, они не покидают. Но я где-то вот этой маской прикрылся, где-то о своих чувствах не говорю. Вот дорога закрыта, да, вот возможно какое-то молчание после конфликтной ситуации. То есть что-то кому-то не понравилось, какое-то затишье произошло. Но у мужчины этого чувства есть. И я вам скажу, что точно он проявится, этот мужчина. Угу. Вот я скрываю это. Я скрываю это. Я об этом не говорю, я этого не показываю. Но так или иначе это выйдет наружу, этот мужчина вернется, если, то есть он объявится, он как-то откроется и этот конфликт какой-то будет исчерпан, потому что он как с чувствами идет, видите, как по тузу кубков идет. Если у вас сейчас молчание, это молчание будет нарушено этим мужчиной, то есть он все-таки думает о вас и думает очень много. Так или иначе, что будете решать вы, это уже, конечно, ваше право и ваше решение, но я вижу, что этот мужчина все же выйдет с вами на связь. Он не выпускает вас из поля зрения, как-то терять он вас очень не желает. Да, как-то он, возможно, где-то думал, что или ситуация развернется иначе, или чувства и мысли его будут иными. Понимаете? Ведь он тоже не знал, как он сам будет переживать вот этот конфликт с вами. А ему очень непросто, очень непросто. Он как-то понял, что все же вы дороги, вы дороги. Сердце болит, не так все просто. Ну, давайте посмотрим, что ты думаешь об этой женщине сейчас? Она не может не нравиться, она нравится абсолютно всем. Она прекрасна, она элегантна, она интересна, она манящая, она волшебная, эта женщина. Она очень красивая женщина, настоящее солнце, она дорога мне, я хочу действовать. А может ли это быть новый ухажер? Ну, очень даже может быть. И ты хочешь проявиться к этой женщине?
Вот не знаю, да, вот не знаю, есть ли у меня вообще такой шанс, примет ли меня эта женщина. Не имеет значения, это новый человек или человек, с которым у вас уже было общение, но как-то он затих. Но факт таков, да, что очень сильное притяжение этого мужчины, но почему-то он думает, что а примет ли она меня, да? А почему ты так размышляешь? Почему ты так думаешь? Вот сердце разбито. Переживает очень сильно этот мужчина. Переживает. Не так оно все как-то получилось, как ему хотелось. Как-то ситуация вышла из-под контроля. Вот так вот. То есть он где-то тянул, он что-то думал, он как-то взвешивал какие-то за и против, а в это время ситуация вышла из-под контроля. То есть он имел время как-то что-то изменить, а он что-то медлил, и ситуация вышла из-под контроля. Вот эта конфликтная ситуация вышла из-под контроля. Он переживает эту какую-то ссору между вами, какой-то вот разлад между вами. И он думает, а нужен ли он вам, да? Может ли он вам дать то, что вам нужно? Нужен ли он вам? Но мысли о вас, вы только посмотрите, она солнце, она яркая, она прекрасная, она лучше всех на свете, эта женщина. В ней есть некое волшебство, и меня безумно к ней тянет. Я хочу действовать. Ну, давайте будем смотреть дальше. Да, а шансы-то убегают, а шансы-то утекают, пока ты там думы свои жуешь, думаешь, да? Этот мужчина ждет, он ожидает какого-то, знаете, какой-то возможности. Что-то и скрывает свою тоску и по правде. В чем ты сам себе признаешься? Я признаюсь себе в том, что я все время о ней думаю. Вот это правда, это истина. Я о ней думаю, так или иначе, я какие-то мечты ловлю, да, в своей голове об этой женщине. Очень сильное притяжение у меня к ней. И да, возможно, где-то произошла какая-то ссора, где-то я по справедливости и тоже был неправ. То есть некое осознание, что стоит, да, вот как-то действовать, идти все-таки в вашу сторону. Оно есть. Он переживает какую-то ссору между вами, волнуется этот мужчина. Как-то что-то получилось не так, как ему хотелось. Что-то вышло из-под контроля, какая-то ситуация. И сейчас оно как-то вот так вот выглядит. Но свои чувства этот мужчина все же прячет. Он что-то не договаривает вам. Ага, не договаривает о своей печали, о своей боли, о своем разбитом сердце. Он где-то обижуля. Ты обижаешься? Ну да, есть такой момент. То есть я где-то обижаюсь, где-то было уязвлено мое самолюбие. Где-то, возможно, если это какой-то человек, скажем так, который за вами ухаживает, возможно, вы кого-то отвергли, да? И этот мужчина вот так это принял, знаете, как мое самолюбие уязвленное. Возможно, вы и были в отношениях находитесь с этим человеком, и между вами какой-то конфликт. И это вот это уязвленное самолюбие, да, и вот как поступить, как действовать, уступить или все же держать марку, что мне делать, как мне быть. А вот пока вот эти все размышления происходят, ситуация выходит из-под контроля. То есть этот мужчина реально может опоздать. Опоздать, понимаете, не найти правильного пути, не найти решения этой ситуации. Угу. А ее нужно решать здесь и сейчас, если ты желаешь изменить ситуацию, да. Нужно действовать здесь и сейчас. Вы знаете, он, конечно, не такой святой, да, как бы нам хотелось его нарисовать. Но есть в нем некие нюансы, да, вот такого самолюбия, эгоизма, манипуляций, да, вот это оно все здесь есть. Где-то он эту женщину и хотел очень и прогнуть, да. Несмотря на то, что он о вас очень высокого мнения, что вы действительно ему нравитесь как женщина, очень даже, вы яркая, вы красивая, вы классная, но все же возможно, да, здесь и есть вот такие вот нюансики, которые в общем создают и вот эту конфликтную ситуацию между вами. То есть очень может быть даже и непростой характер у этого мужчины.
и непростое проявление, и какие-то качельки здесь тоже очень могут быть. То есть этот мужчина в силу своих каких-то вот этих моментов самолюбия, он может и создавать вот эти качели, дабы, знаете, ну, а для чего? Для чего? Чтобы было лучше, да? Чтобы было лучше, чтобы она меня любила. То есть этот мужчина создает качели, чтобы вы его любили. Создает какие-то конфликтные ситуации, дабы вы вот как-то его, ну вот знаете, свое эго, свое самолюбие немножечко так, знаете, припудрить, приподнять, припорошить вот этими перышками белыми. То есть, ну где-то себя потешит. И он создает некие качели, дабы было лучше, дабы вы его больше любили. Да, дабы вы о нем думали, вспоминали, понимаете, тосковали. Вот это все сюда. То есть мы создаем какие-то ситуации, чтобы она обо мне скучала, думала, переживала, чтобы наполнялась эмоциями, чтобы в конечном итоге, чтобы она меня больше любила. Чтобы не привыкала, скажем так, к такой ласке и активным движениям со стороны этого мужчины. Да? Чтобы она любой какой-то поступок этого мужчины принимала, возможно, с неким восторгом, а не принимала это так, как будто бы, ну, это ж нормально, да. Это ж так должно быть, чтобы мужчина дарил женщине цветы. А не просто приходите в дичайший, визжайший восторг от того, что он принес тебе 3 розочки. То есть вот такой вот момент, чтобы она больше ценила и больше любила. Но вот это вот какая-то ситуация, да, его. Ну, я даже не скажу, ну, в неком роде это манипуляция, да. Она вышла почему-то из-под контроля. А вот почему она вышла из-под контроля? Очень может быть, что у вас выбор есть, что вы, ну, вполне могли обратить внимание на другого мужчину. Вполне, да, у него мог появиться и некий конкурент. И здесь появилась ситуация, что, ну, вот все, что-то пошло не так. Где-то я оступился, где-то я поставил ставки не на ту лошадку, да, не на тот номер. Где-то я, да, просчитался. Ну, интересно, давайте будем смотреть дальше. Итак, его мысли о вас, какая вы женщина в его глазах, как он видит отношения между вами сейчас, какая вы женщина. Ох, девчонки, ну, я вам скажу так, конечно, этот мужчина со своими какими-то, да, прибабахами, но, тем не менее, этот мужчина очень даже вас и любит. Очень даже он и о вас скучает, очень вы ему и нужны, и понимает он прекрасно, что вы женщина именно та, именно вот такая драгоценная, ресурсная, интересная. И я вам скажу, что этот мужчина, он за вами наблюдает, это точно. Он как-то боится упустить какой-то момент. И сейчас он, знаете, как вдвойне почувствовал, насколько вы ему дороги. Вот в этой какой-то конфликтной ситуации он почувствовал, насколько вы ему нужны, насколько вы ему дороги. И да, здесь вот такая вот штука, что притяжение к вам безумное, но вот по Луне опять, да, я прячу чувства. Я прячу, я что-то не договариваю, я что-то не рассказываю. Вот, вот мне эти качели, они мне просто вот необходимы, да. Ну, давайте посмотрим еще. Где-то он желает, чтобы вы прогнулись этой ситуации, вот которая вот между вами сейчас. Да, он желает ее изменить, и вот этого какого-то порыва с вашей стороны, что как я тебя ждала долго, да, ты, где ты был, я так скучала, вот это ему очень бы хотелось этого, да. Он думает о вас очень много и понимает, что так или иначе нужно действовать, нужно идти в вашу сторону, потому что эта женщина, ну вот, ровнее не ей, ну вот нет, да. И как бы я вот не набрасывал перья, все равно я люблю эту женщину. Все равно чувства у меня-то есть к ней. А будешь ли ты действовать, потому что вот какой-то момент, да, я буду выходить из четверки мечей, да. Я буду выходить, я буду двигаться. А почему, да, будет трансформация, будет перемена в этих отношениях, мужчина появится, позвонит, проявится этот человек.
Но дело в том, что я буду выходить, потому что так как сейчас оно, ну, просто невозможно, да, то есть ему тяжело сейчас. То есть где-то он переживает этот момент конфликта, то есть все вышло из-под контроля, и сейчас оно очень так нелицеприятно ему. И идет вот такой момент, что я все-таки буду идти в ее сторону, я буду двигаться, потому что если я остановлюсь, я вот ее потеряю, да? Если я останусь позади, просто этот мост сгорит, она идет все равно вперед. И я так или иначе, я должен двигаться вместе с ней, потому что я ее потеряю. Я хочу трансформировать эти отношения, дабы войти с этой женщиной в туз кубков, то есть в любовь, в отношения. Я хочу этого будущего с ней. То есть, если между вами конфликт, ну да, этот мужчина желает эмоций, желает, знаете, чтобы вы где-то ревновали его, где-то, знаете, ну вот это ему просто вот желание, да, чтобы вы его как-то больше ценили, почему-то вот так вот идет. Ну давайте посмотрим дальше. Твои эмоции по отношению к этой женщине. Ой, вырвала мне сердце, рвется вперед, и она мое солнце, вот, да, ну, девчонки, что я вам скажу? Да, сейчас ситуация такова, что ему вот как-то болит, да, он о вас думает, он вас из головы не выпускает, и если между вами произошел какой-то конфликт, да, он будет, ну, отношения, этот мужчина будет стараться их восстановить, эти отношения. То есть, да, есть некие моменты, но все же, каким бы ни было его самолюбие, какими бы у него ни были там тараканы в голове, да, но все же, вы та женщина, солнце, которая эти тараканы очень успешно может просто испепелить. Потому что даже эта ситуация, которая сейчас между вами, она служит таким серьезным уроком для этого мужчины. То есть это урок, что с ней так не канает, с ней так не проходит. Она не такая, как другие. Она абсолютно особенная. Эта женщина гордая, эта женщина солнце. И если ты не можешь ее удержать, она будет лететь дальше. Прекрасному, счастливому своему будущему. И где-то сейчас эмоции этого мужчины, они обжигающие. Безусловно, этот человек желает действовать в вашу сторону. И действия будут. Потому что просто он понимает, что вы-то вырвали ему сердце. Вы где-то его, знаете, где-то его переиграли в этой игре, да? То есть получилось так, что вы выбились из круга и оказались для него особенно ценной. То есть так как с другими с вами так не получается, значит для вас нужен абсолютно иной подход, значит вы неудобная женщина, значит для вас нужно создавать определенный мир именно для вас. То есть определенный формат отношений, определенный вклад в эти отношения. То есть с вами, так как с другими, точно не будет. С вами нужно строить что-то абсолютно индивидуальное, что-то абсолютно особенное и ценное, да? Потому что здесь явно идет момент, что в эту женщину нужно вкладываться. Так просто не будет. В эти отношения нужно вкладываться. И вот эти его размышления, они, конечно, приводят к тому, что ситуация выходит из-под контроля, ситуация меняется, где-то этот мужчина может в своих этих раздумьях и опоздать, потому что эта женщина, она действительно мчится к солнцу. И сейчас это эмоции, обжигающие по отношению к вам. То есть где-то эта женщина преподала этому мужчине конкретный урок, что если ты желаешь достойную женщину, ты должен себя достойно с ней вести. И где-то действительно букет цветов, это что-то должно быть обычным, а не сверхъестественным. То есть для этой женщины это так должно быть. Это некое даже правило, да, отношение к этой женщине должно быть таким, как настоящей королеве. Вот так вот, давайте посмотрим дальше. Какие мысли не выходят у тебя из головы? Ой, девочки, тянет его к вам безумно. Прямо, ну вот посмотрите, да, идет момент, да, что он и там прячет свои чувства, и там. Но это все у него внутри, это прекрасный мир, и эти чувства, они действительно есть. И какая мысль не выходит у него из головы, ухватить, да, вас, остановить вас в своей жизни.
быть с вами, желать вас, любить вас. И вот это такое, знаете, как некая привязка. Я прям привязан к этой женщине. Она мне нужна. Этот мужчина точно будет действовать. Такое безудержное желание все-таки действовать, быть рядом с этой женщиной. Я уже где-то этой женщиной покорен. И да, идет момент каких-то тревожных мыслей. То есть не все так просто. Он понимает, что он где-то упускает какие-то важные моменты. И эту женщину он тоже может упустить. Но я вижу, что действия будут. Конечно, как решать, как быть, будете решать только вы. Потому что эта женщина, она действительно знает себе цену, она желает наилучшего к себе отношения, как и любая женщина. И идти, вот знаете, на какие-то вот эти качели, которые со временем все больше и больше раскачиваются, это, ну, такое, знаете, и здесь действительно нужно преподавать этому мужчине время от времени некий урок, да, что эти качели нужно останавливать, что раскачивать их все больше не стоит, потому что ты можешь и вылететь из этих качелей, да, оказаться за бортом этих качелей. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви. Всего вам самого лучшего. Смелых и благородных мужчин в вашу жизнь. И до новых встреч!